Зәй уфықлары газетісі редакциясында қызықлы семинар. Мәтбуғат.ру порталы жетекшісі Данил Сәфәров милли басмаларының социаль шилтерлерді өстіру олымларына түшіндіре. Үшірашуда Зәй һәм Сарман районлары журналистлары қотнашты. Что интересно, журналисты, коллеги задают очень много вопросов, не стесняются. Есть всегда интерактив, где-то что-то подсказывают, где-то что-то, если не понимают, они останавливают. И мы досконально все разбираем. Поэтому такой этот формат с глазу на глаз и в своем родном кабинете, можно так сказать, очень плодотворный. Данил Сафаров негізде социаль шилтерлерді шлеу узіншеліклері файдалы сайтлар турында сөйледі. Көбірек қазіргі вақытта популяр болған Инстаграмға тоқталды. Текст хам фотолар білен шлерге яраклаштырылған сервислар білен таныштырды. Нас учат, как мы должны подавать новости нашим читателям через Инстаграм, через WhatsApp, через другие мессенджеры, которые будут полезны нам и актуальны для нашей дальнейшей работы. И, конечно же, чтобы всегда поддерживать связь с нашими читателями, нашими подписчиками. Үшірашу бек қызықлы ұзды. Татар сайтлары білен шлеуші журналистлар өзлер үшін яңа мәғлумет туплады.